сейчас будем открывать подарок. Да, подарок. Всем привет. Привет. Будем разбирать. Это наша покупка. Ребята, не поверите, пролежала 3 года. И вот настал час распаковки. Да. Почти 4. Это Давайте узнаем, что же там внутри. Смотрите, какая высокая коробка. Ростом с Велеславу. Рвите пакетики. Рвем, рвем, рвем. Главное не уронить. О, к нам пришел Мирон, брат Велеславы. Привет, Мирон. Здорово. А мы сейчас открываем наш подарок. Теперь Мирон, у нас пролежал 3 года. Подарок пролежал 3 года, Мирон, представляешь? Надеюсь, он не испортился. Ну-ка, да. Пальчики прячь. Ножницами. Это наш подарок. Наверное, надо его положить. Снимайте. Что же там такое спрятано? Еще одна коробка. Подожди, коробка в коробке. Это же коробка. А вы коробку вытащите. Ой, она тяжелая. Ничего не вываливается. Это же. Ой, что? Ой, такое что какое-то невероятное. Это же. Телескоп. Скайвокер. Скайвокер. Портос. Это телескоп. Look up and the wonder. Это же телескоп. Итак. Вау. Это телескоп. Профессионал. Ну, давайте ко мне посмотрим его в деле. Собрать у нас, надо? У нас 2 телескопа теперь. Ой, там дырка в коробке. Опс. Озон. Озон не довез. Или это был не озон, это были мы. Мы же тоже сколько раз привозили. В салоне лежал. Да. Еще одна коробка. В салоне. Давай, еще коробка в коробке. Ура! А доберем сюда самой маленькой коробочки. Вау, такая же, как предыдущая. Ну надо же. Уже можно открыть. Ну надо же. Ура! Еще коробочка. Давай, это же телескоп. Еще коробка. Здесь коробки. Сейчас мы подожди. Надо начать с самого. Вот это да. Такой. Это так, смотри, ну, хотя он стоял все это время. Главное, эту коробку целую. Так, давайте начнем с одной коробки. Целую. Так, не спеши. Вон там инструкция. Эй, нет. Скайвай. Инструкция, похоже. Да ладно. О, ну-ка покажи. Ребята, вы что нам прислали? Вот пупырчатая ваша пленка. Наша. Так, тут на всех хватит, а? Там еще в каждой коробке по пленке будет. Давайте пополам. Такие большие. Давайте. На, тебе. Моя. На тебе, на тебе. Самая большая пупырчатая пленка в мире. Такую мы еще не встречали. Подножка какая-то, подставочка. Какая-то соединительная фигня, походу. Ну-ка, что на картинке вообще? Ноги, ноги. Это ножки. Вау! Он большой! Он огромный! Можно за деньги открывать обсерваторию. Приходите смотреть. 100 рублей минута. О, что у нас здесь уже?
Вот и для Сияночки манеж. Коробочка. О, вот это коробка манеж. Там уже занято. Коробка. Ура, 5 коробки. А, еще пленки. Толстые. Еще одна пленка. Это окуляры. Походу, всякие. Вообще, посмотри, какая штука. Она металлическая. Металлическая, все. Эту пупырчатую пленку нам тоже разрежем. Смотри, какая штука. Ее клади куда-нибудь на пол, а не на коробку. Это что вообще? А, это... Это, походу, эти азимут. Звезды там. Искать звезды. Этот телескоп может делать фото, да? И видео? Ничего не можете? Ну, можно просто купить фотоаппарат зеркальный. Который мы купили на старте. А вот эта линза подходит. Нифига! Какие-то палочки. А что, глаз? А вот он, глазик, самый главный. Это, короче, окулярчик. А, вот, смотри, для него даже есть инструменты. Окулярчики Barlow Lens. Линзы Barlow с суперувеличением 500 тысяч миллиардов крат. Можно увидеть кольца Сатурна даже. Обязательно покажем. Сейчас самое будет. Фото. Это самая красивая часть. И как сделаем ставки, будет ли коробка там? Вау, там дофига пленки. Пленку нам надо. Еще пленка. Ой, пленка супер. Коробку, да? Так, руки, руки не трогай. Пленочка. Тихонечко, не трогай. Нам нужно. Это надо. Вересал, не трогай, пожалуйста. А вот уже перерезать надо. Не-не, она ее перерезает. О, резиночку сними. Сияна в коробке. Вы не разверните, мы пока пленочки. Тихо, ничего не делайте. Он не должен. Это тонкая техника. О, нет, я первый. Ого, закрыт. Это сам телескоп. Вот это большой, вот мою руку размер. Я первый. Не терпится. Вот, извините, не терпится. Мне давай прям потом ее похлопаем, пока. Это папа. Вот инструменты. Вот инструменты. Ну, видать, эту фигню полностью снять надо. А потом снова надеть надо. Так, ничего раньше. Только не отрываем. Это как кандалы снялись. Тихо, только вот это не откручиваем. Дай. На солнце не смотреть. А у нас есть для солнца.
Вот собрали мы наши. Телескопчик. Теперь пытаемся настроить. А будем ночью, наверное, удобнее будет. На Луну будем настроивать все. На большую щель. Вот сюда смотрят. А это просто поворот ты делаешь на Луну. Кастрюлечка, кастрюлечка. Сырчик Ваня тоже делал важным. Ты наш будущий астрофизик. Астрофизик-инженер.